Первые переселенцы из морозовских казарм смогут въехать в новые дома на улице Фрунзе в Твери уже нынешней осенью. В 30-этажке жилого комплекса «Ясный» переедет 451 семья из аварийного жилого фонда Морозовского городка. В четверг, 24 февраля, с ходом работ на объекте ознакомился губернатор Игорь Руденя. С места событий материал Никиты Васильева. Совсем скоро для десятка тверских семей, живущих в морозовских казармах, наступит долгожданное событие. Они смогут въехать в новые комфортные квартиры домов на улице Фрунзе в Заволжском районе города. Здесь на финишную прямую выходит возведение 3 10-этажек, предназначенных для переселенцев из аварийного фонда в Пролетарском районе. В настоящее время готовность объекта, по словам застройщика, составляет 80%. Ввод домов в эксплуатацию планируется в сентябре 2022 года. Общая площадь под переселение 17 600 метров квадратных жилья. В настоящее время полностью вставлены все окна квартир, остались только балконные. И уже на 80% выполнена внутренняя отделка помещений. Все квартиры будут сданы под ключ, в каждой предусмотрена отделка, установка электроплит и сантехники. Проект ЖК предусматривает 1, 2, 3 и 1 4-комнатную квартиры. Всего представлено около 80 вариантов планировок. Также будет проведено благоустройство территории возле домов. Выделены места для отдыха, обустроены спортивная площадка и отдельная парковочная зона. В ходе осмотра стройплощадки, где возводятся новые дома, Игорь Руденя дал поручение на перспективу. При проектировании и строительстве многоквартирных жилых домов предусматривать места для хранения детских колясок и установку систем видеонаблюдения для обеспечения безопасности. Строительство идет уверенно, в соответствии с графиком. Даже видим опережение небольшое, которое есть. Мы видим, что на стройплощадке поддерживается чистота, все находится в приемлемом, достаточно хорошем состоянии. Видим достаточно хорошее качество. Используются уже современные технологии, отделка, строительные материалы. Первые жильцы смогут въехать сюда уже этой осенью. Всего же в них переселится 451 семья из аварийного жилого фонда Морозовского городка. Расселение жителей позволит завершить первый этап реализации знакового для Твери проекта реновации Морозовского городка. После этого запланированы работы по реставрации и развитию уникального историко-архитектурного комплекса в Пролетарском районе города. В ходе реализации проекта будет сохранен исторический облик комплекса и создана новая современная зона деловой активности. Здесь предполагается размещение гостиниц, жилья, офисной недвижимости, ритейла и сервисов, объектов образования, здравоохранения, спорта. Будет проведена полная реконструкция дорожной и инженерной инфраструктуры, благоустройство парков и прилегающих территорий набережной реки Тьмаки.